Всем-всем огромный привет! Сегодня я хочу поделиться своей радостью. Мне пришла посылка от моей подружки, от Жанулечки. Жануль, спасибо тебе огромнейшее. Столько радости и эмоций сегодня было, когда я шла с почты. Многие знают, что мы с Жаной дружим уже давно. Если совсем быть точной, то как раз в декабре 2 года, как мы познакомились. Знакомство у нас с ней было необычным, но очень-очень интересным и запоминающимся. Давайте я сразу покажу, что Жанулечка мне прислала, потому что очень не терпится поделиться. Какое-то время назад тоже у меня была посылка, подарок от Леночки Никандровой. Лена меня познакомила с компанией Спивак. Мне очень понравились эти средства, но об этих средствах я буду говорить в пустых баночках. И к чему я это? Жанна мне тоже прислала от Спивак 2 средства. Давайте я вам покажу. Первый это был вот такой гель для душа, Лимонагрос. Вообще в компании Спивак все натуральное, все на маслах. Давайте поближе покажу состав. Мне очень нравится то, что в этой компании делают. У них нет удара на отдушки какие-то парфюмерные. У них более натуральные такие продукты. Но качество, конечно, на высоте. И если там есть масло, это чувствуется, и тело прямо, знаете, как маслом намазанное. Мне понравилось. Вот такой гель для душа. Жануля, спасибо. Огромное спасибо. Ну и я ж мыльная душа-то. Жанна об этом знает. И она решила меня побаловать именно таким мыльным презентом. Специально заказывала мыло, которое такое интересное, редкое и необычное. От Спивак один кусочек был африканское мыло с маслом ши. Вообще, ну мы сейчас с вами откроем, я покажу, потому что его можно легко обратно упаковать. Покажу, как выглядят кусочки. Но я на самом деле уже показывала подобные куски, когда мне присылала Леночка. Сейчас я его извлеку. Стесняется, не хочет вылазить. Вот такой вот интересный кусочек. Ну, достаточно приятный аромат. Таким мылом классно и мыться, и лицо умывать. У него и очищающая способность хорошая. И действительно в нем есть масла. Так, тоже поближе покажу состав, кому интересно. Так, дальше. Вот такое мыло с верблюдом. Эта Жануля была в прошлом году, ну в конце прошлого года в Индии. И она привезла оттуда. Если я не путаю, в этом году Жанна была в Тунисе, может быть, из Туниса. Жануль, поправь меня, я могу напутать. Это класснючее просто мыло. У меня такое было, тоже был подарок от Ксюши. Оно черное, такой, ну, кусочек сам черный. Не очень приятный аромат, но такое мыло очень классно, если воспаления какие-то, оно хорошо убирает. А мы пользуемся, у меня муж моет им голову, никакой перхоти нет, и волосы промывает хорошо. В общем, классное мыло вот с таким верблюдиком. Жануля мне говорила, что она мне такое пришлет, я его ждала, и муж мой огромное-огромное тебе спасибо передает, ему оно очень нравится. Даже без сомнений, он говорит, это мое, все, я его себе. Следующий кусочек. Ну, русский искать бесполезно. А нет, нашли. Куркума. Вот такое мыло с куркумой. Произведено в Индии. Давайте смотреть. Люблю мыло, когда находится в коробочках. Его можно оттуда изъять и посмотреть. Приятный аромат тоже. Вот это все такого качества, которым можно запросто и мыться, и лицо мыть. Вообще супер. Ну и 3
сразу кусочка хочу показать. Первое меня просто покорило. Папайя, кто подписан на канал Жанули, она показывала, когда свою коллекцию мыла, у нее такие были, она заказывала и себе, и на подарок. Поэтому я счастливый обладатель такого подарка. Давайте я вам покажу, как выглядит этот кусочек, он вообще бесподобный. Вот такая половинка фрукта папайи. Приятным-приятным ароматом. Это аюрведическая. Давайте посмотрим. Для мягкого очищения, осветления и смягчения кожи. То есть вообще для лица классно. Содержит экстракт свежих плодов, папайи и витамин Е. В общем, то, что надо. 75 грамм. Ой, вообще, я такая радостная. Следующий кусочек ним. Аюрведическое мыло тоже. К нему у меня особое отношение, нежное. Потому что оно тоже классно очищает. Ним хорошо лечит тоже воспаление. Поэтому вообще супер. Вот такой вот интересный кусочек. Давайте их красиво буду устанавливать. И третий кусочек куркума. Он чуть поменьше коробочка, но по граммам также 75. Вот если посмотреть, смотрите, насколько меньше, а вес такой же. Давайте смотреть, что там за куркума. Вот такой вот кусочек желтенький. Пахнет мылом. Вкусно пахнет мылом. Вот такой. Жанюля, теперь все. Я, как всегда, мыльной горы хозяйка. Ну и давайте я вам покажу бомбу моего заказа по ссылке. Смотрите, что прислала Жанюля. Это, почему я сказала слово заказ, она заказывала это мыло. Посмотрите, какое оно классное. Это мыло называется Ассорти Шашлык. Где Жанюля нашла такой сайт, где такую красоту продают. Но этот шашлык, на нем нанизаны кусочки мыла, которые представляет тот сайт, на котором Жанюля заказывала. И можно так вот потестировать разные кусочки, снимая с этого шашлычка. И потом можно делать заказ того, который вам понравился больше. Вот такая вот прямо красота и чудо. Ну и согласитесь, вот как подарочный вариант, просто бесподобный. Рука у меня вряд ли поднимется на этот шашлык, но, естественно, у него будут сроки годности, поэтому придется все-таки мне их использовать. Ну и... А вот, смотрите, наверное, сайт мы нашли с вами. Если вдруг кого-то заинтересует, я думаю, тут информация есть. Жанюль, спасибо за этот шашлык. Конечно, я им воспользуюсь, но сначала я его поберегу. Ну и... Не мыльная теперь. Пришли вот такие две маски. Одна крем-маска для бюста и декольте, подтягивающая от растяжек, от Флоресан. И вторая тоже от Флоресан. Маска пилинг, омолаживающая. Глубоко очищает, тонизирует. Препятствует образованию морщин. Вот такие две классненькие маски. Был вот такой пробник от Алоэ. Холика-холика. Давно я хотела попробовать вот этот гель. Да, это гель для умывания, я так понимаю. Но не было возможности. А теперь у меня будет возможность попробовать, что же это за гель такой. Потому что я у многих видела в форме алоэ действительно эти гели. А теперь я тоже его узнаю. Что же за зверь такой. Ну и бомба заказа еще одна. Это вот такие серьги. Жанна мне написала, что она их привезла из Туниса. Давайте я вам покажу. Это серьги-гвоздики. Вот такие они красивые. Я их сегодня одену. У них так вот светятся, видно, камни, да? Как они называются? Это кошачий глаз, наверное, которые так переливают. Ну, видно, как они играют. Поэтому сегодня я их буду носить. Пойду сегодня в гости вечером в этих серьгах. Спасибо, Жанюль, я прямо в восторге от них. Давайте вот так поставлю, чтобы было видно. Ну и снова Тунис.
В прошлом году, когда Жанюля была в Индии, она привезла мне оттуда магниты с Индии. Это так приятно, я очень люблю магниты. И в этот раз приехали магниты с Туниса. Первый был вот такой милейший верблюд. Вот такой вот он симпатичный. Наверное, тут какие-то дары нам везет. Весь такой нарядный. Прям вообще класснючий такой верблюд. Давайте я его сюда поставлю. И то, что вызвало у меня писк и восторг, это вот такая прям вот тарелочка, видите? Так, сейчас мы с вами попробуем увидеть, что там изображено. Но видно, там изображены люди на верблюдах. И там строение тунисское какое-то. Ну, наверное, что-то у них такое знаменитое там. Очень красивая вот эта тарелка. Это тоже такой магнит оригинальный, очень красивый. Сейчас повешу на холодильник. Максим сказал, что это исключительно Жанюля ему везла. Ну, я не против. Будем вместе радоваться. Очень красиво. Жанюль, спасибо за магнит вообще. Ну, за все, конечно, за все огромнейшее спасибо. И личное удовольствие для Максимки. Это шоколад. Ну, я, конечно, поделюсь с собой им. И мы будем вместе пить чай. Вот такая вот вообще чудо-посылка. Знаете, я столько радости испытала, пока я ее несла домой, пока я ее открывала и все это нюхала, тестировала. Ну, не знаю, такое вот разнообразие. Тут и мыло, и гель, и сувениры, и украшения, и сладости. Как-то, знаете, вот... Ну, классно, в общем, было очень-очень приятно. Многие уже знают, что у Жанны свой канал. Канал у нее быстро развивается. Она замечательный блогер. Очень любит косметику. Много заказывает и с удовольствием показывает то, что у нее есть. Жанна и Oriflame, и Faberlic, и Avon покупает, и в Fix Price заходит, и просто покупки делает, и запасы у нее хорошие. Так что ссылку я, конечно же, оставлю на ее канал. Проходите, смотрите. Она просто замечательный человек. И интересный очень блогер. Всем спасибо, кто был со мной, кто радовался со мной, хотя и очередной посылке. Спасибо всем за внимание и всем пока!